Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область. Песня о том, что на улице зима, не июль месяц, не май. Не забывайте про это, товарищи. Ну, любители выпить, и особенно в новогодние праздники. Так что было у меня пару раз, как раз в новогодние праздники, чуть не пропал. Ну, так что будьте осторожны. То есть, как бы, песня предостережения для таковых. Всех с наступающим, значит, Новым годом. Как в глазах троица, как короче прет. Эх, не отрубиться, шлепнуться на счет. Столб какой обнять бы, только не могу. Хлопаю руками и нафиг не найду. А на улице зима, не июль. А кочуриться легко и пропасть. Я немножко постою и пойду. Дома ждет меня, наверное, жена. Дома ждет меня красава она. Как обнимет, как сожмет до сих пор. Скажет, милый мой, хорошенький мой, чё давно не получал, что ли, в лоб. Во, меня шатает, во, заносит как. То все больше вправо, то налево как. Что же я наделал, как же я бухнул. Телефон потерян, ну падал я в снегу. А на улице зима, не июль. А кочуриться легко и пропасть. Я немножко постою и пойду. Дома ждет меня, наверное, жена. Дома ждет меня красава она. Как обнимет, как сожмет до сих пор. Скажет, милый мой, хорошенький мой, чё давно не получал, что ли, в лоб. Как в глазах троица, как короче прет. Эх, не отрубиться, шлепнуться на счет. Столб какой обнять бы, только не могу. Хлопаю руками и нафиг не найду. А на улице зима, не июль. А кочуриться легко и пропасть. Я немножко постою и пойду. Дома ждет меня, наверное, жена. Дома ждет меня красава она. Как обнимет, как сожмет до сих пор. Скажет, миленький, хорошенький мой, чё давно не получал, что ли, в лоб. Ну и, наверное, так и надо. Опасная эта штука, шутить зимой. Значит, хорошо ужарившись, куда-то одному особенно отправляться в путь-дорогу. Ну, лучше где-то задержитесь, переночуйте, не спешите. Ну и так далее. Всех с Новым годом, чтобы без последствий. Всем желаю здоровья, счастья и радости. Спасибо.